Вот, едет. Ой, с одного раза его не убил. Есть, готов. Готов, меня немножечко он задел. Ну, ничего страшного. Так, смотрим. Дуда Плей. Всем привет, ребята! Вы на канале Дуда Плей. Мы продолжаем играть в игру Hills of Steel. Тихий холм называется. Выбираем наш танк. И поехали. Так, вот у нас там танчик такой небольшой. Так, слышно, как танки там стреляют. Давайте попробуем, посмотрим. О, едет танк. На тебе. На два удара к нему. Надо будет прокачивать танк. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, тихо-тихо-тихо, отходим. Отходим, ребята. Так, сейчас этот появится, сейчас здесь. На тебе, мимо. Давай еще. Так, он у меня не попадает, но я в него тоже. Давай еще поближе подъедем. Есть удар. Хорошо, убили. Уничтожили. О, какой танк идет, смотри, большой. Все, готов. У нас танк Кобра. Самый первый танк, ребята, в игре. Он не супер такой прокачанный. Но будем с ним работать. Так, где-то... Вот, летит уже, смотри, танк. На, ё-моё, прям в меня. Три этих ракеты. Ёлки-палки. Да, тяжко. Вот еще один чувак стоит. Прямо в меня постреляет. Смотри, а, гад. Есть. Так, монетки соберем эти. Вот еще какой огромный танк едет. Давай мы его сейчас убьем. Есть, готов. Хорошо, отправляемся дальше. Так, вот ребятки стоят. Тихо. Ё-моё. Давай хотя бы одного. О, так, он сам себя подбил, ребята, хорошо. Так, этот сейчас. Один выстрел, второй, третий. О, мы друг друга уничтожили, представляешь, офигеть. Мы друг друга уничтожили, ребятушки. Угу. Давайте возьмем другой танк. Танк мы возьмем с вами. Вот этот большой Титан. Он достаточно-таки мощный танк. Вот, видишь, какой он огромный. Едем. Я не знаю, почему разработчики до сих пор не добавят еще какие-нибудь танки мощные. Так, тихо. Так, где, смотри, видишь как? Все, есть, готов один. Дружище. Так, а ну, тут кто-нибудь появится у нас? Должен кто-то еще подъехать. Вот, едет. Ой, с одного раза его не убил. Есть, готов. Готов, меня немножечко он задел. Ну, ничего страшного. Так, смотрим дальше. Где тут еще танк? Тихо. Так. Где? А, вот едет. Едет, ребята. На, получи. Еще ударчик. Готов. Так, сейчас. Вот тут он ехать, нет? Нет, никого. А, нет, едет. Ё-моё, нафиг. На, тебя получай. Убили мы его или нет? А, да, мы его уничтожили. Ну, какой-то еще один едет. Ё-моё. Давай. Пусть подъедет поближе. Так, мимо. Есть, готов. Уничтожили. Так, 30 у нас вот этих вот очков, да, как называется. Сейчас мы еще одного уничтожим, посмотрим, сколько нам дадут. Так, где-то здесь. Вот, едет. Так, тихо. Тихо. Попадание. Так, не знаю, попадаем мы в него или нет. Где он? Ё-моё, куда он делся? А, он перевернулся, ребята. Ё-моё. 36 уже. 42. Черепушек у нас. Так, здесь кто-то будет точно, стопудово. Сейчас мы попробуем. Стрельнем. Попали в кого-то? Нет, сейчас посмотрим. Ну, тут должен быть танк какой-то. Никого нету, смотри, интересно. Так, забираем монетки. Едем дальше, смотрим. А где же танки, алло? Вот, едет. Есть. Ой-ой-ой-ой-ой, смотри, как он шустрый-то, а. Чувак. На, получай. Ох ты, как ты много прям меня стреляешь, а, гаденыш. Тихо. Смотри, он еще отъезжает, гад, смотри, а.
Так, все. Готов. Один готов. Сейчас подъедем. Вот этого. Есть, с одного раза. С одного выстрела. Так, смотрим дальше. Так. Кто там у нас? Есть кто-нибудь? А, вот, смотри. Есть малышок. Так, мимо. Есть прямое попадание, ребята. Так, и здесь у нас монетки. О-хо-хо-хо-хо. Еще один такой же едет. Красный такой, а. Так, давай его. А, ой-ой-ой-ой, вот этот. Блин. Мощный, мощный этот едет. Тихо, отъезжаем. Так, давай еще один выстрел. Есть, уничтожили. Так, отъезжаем. Чтобы ракеты в нас не попали. Все, мы его уничтожили, ребятушки. Едем дальше. Так, монеты. Так, соберем монетки. Кто у нас здесь должен быть? Тихо, тихо, тихо. Сейчас, сейчас, сейчас кто-то подъедет. Есть, едет. На, получай. Еще один удар. Так, нет. Есть, уничтожили. Так, и надо еще одного танка убить, и потом будет у нас босс. Опа, хорошо прям-таки. Прям-таки хорошо в него попал. Вот он, босс едет. Удар грома. Давайте стрелять. Ой, попал, попал. Есть, еще попадание. Хорошо. Так, давайте его не будем подпускать к себе. Так, а ну-ка, давай, стреляем. Есть, уничтожили. Все, босс повержен, ребята. Чуть-чуть до звания не хватило. Да. Чуть-чуть не хватило до звания. Так, а у нас здесь, ребятушки, есть уже сундучок. Давайте откроем его, посмотрим, что здесь в кейсе. Феникс. Феникс, мы... Феникс, смотри, с вами улучшили. А, давайте посмотрим на наш Феникс. Вот Феникс, давай улучшим его. Вот, и еще улучшаем. Хорошо. Двигатель прям вообще мощный. Ну, броня у нас, видишь, не особо-таки. Давай сейчас на нем попробуем покатаемся. На Фениксе. Феникс у нас, ребята, стреляет огнем. Так, тихо. Стоит огнемет вот такой вот. Ой-о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 й. Давай. Так, да ты и вперед едь. Во. Давай, сейчас прожарим его. Так, этого прожарили. Теперь этот остался, ребята. Так, давай отъедем сюда немножко, и он сейчас будет спускаться. Вот, жарься, жарься, чувак. Так, нет. Смотри, что творится, да? Давай назад немножечко отъедем. Во! Прожарили хорошо его. Так, дальше. Кто у нас там? Вот, чувак, я прям поближе встану сейчас. И прожарю. Вот, прожарили мы его. Едем дальше. Так, с этим прям можно конкретно близко подъезжать. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Давай, жарься. Все. Прожарили его. Да, не особо такой мощный танк, конечно. Как бы мне хотелось бы. Феникс, ну такой. Тихо-тихо. О, видишь, этот стреляет. Давай, жарься, жарься. Есть, готов. Так, а этого чувака мы, наверное, не сможем. Да, все, уничтожили нас, ребятушки. Все. Ох ты, нам сейчас дадут звание новое. Посмотрим. Майора, что ли? Ага, подожди. Полковник, нифига, какой майор, ребята, полковник. На, потом генерала дадут, наверное. А подполковник потом идет. Давайте, знаешь, что сделаем? В классический сходим. В зимнюю войну. И выберем, наверное, так, это маленький такой танк. Так, это у нас Кобра, это Джокер. Так, а что у него такого крутого есть в Джокере? Не знаю, ничего крутого у него нету, я не вижу. Так, вот этот танк, Баллиста. Баллиста тоже прикольненький. Потом у нас идет Жнец танк. Вот такой, Катюша, вот это вообще классно. Я хочу Катюшу. И Осу. Вот Оса тоже прикольная. Также есть у нас Тесла. Он электричеством бьет. А вот этот танк Мамонт называется. Он вообще офигенный. И заканчивается у нас вот такой вот Арахнит. Интересный танк. Ладно, мы их обязательно с вами откроем.
следующей серии. Так что не забудь подписаться на канал, поставить лайк этому видео и написать какой-нибудь комментарий, ребятушки. Так, а сколько здесь можно купить? Можно купить черный такой. Ну, черный он не очень интересный. А вот красный такой, прикольный, вспышка. Купим обязательно. Ну, на этом будем заканчивать серию. Всем большое спасибо за просмотр. Всем пока-пока.